точно в государстве определяться, что люди, которые не отслужили своему государству, они не могут быть такими же, как те, которые отслужили. Чиновниками, например. Ну, в частности, чиновниками, да. Или, в частности, присутствовать в органах, которые издают законы. Как ты можешь издавать законы, которые являются абсолютно для всех, если ты сам не свои, так сказать, знания, свои умения на алтарь Отечества не положил, а стоялся со стороны и поглядывал, да? Так не бывает. Если я претендую на что-то, то я должен как минимум в этом поучаствовать. У нас он даже члены Совета Федерации, иностранные граждане какие-то. Вот, к сожалению, да, мы это узнаем. И дети там у многих. Да. Поэтому здесь у нас еще есть в чем, так сказать, разбираться и наводить порядок. Мы ведь во многом свою российскую государственность сами как бы вот этими своими, будем так говорить, руками, да, расшатывая.